о развитии местного самоуправления в Чувашии и стране в целом говорили в Чебоксарском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Там прошла научно-практическая конференция. Конференция стала уже 10-й по счету. Дискуссии шли на разных площадках. Семинары посвятили антикоррупционной политике в органах местного самоуправления и истории города с момента его основания. За круглым столом говорили о финансово-экономических механизмах развития территорий. В докладах на пленарных заседаниях эксперты подняли тему предстоящего юбилея столицы республики. По традиции, по итогам конференции выйдет сборник статей.